Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские автомобилисты все чаще получают диагностические карты без непосредственного прохождения ТО. Об этом заявили в ГИБДД. Ведомство собирается провести рейды по станциям техобслуживания в разных регионах страны. При выявлении нарушений полицейские будут вынуждены аннулировать диагностические карты. По действующим правилам, напомню, транспортные средства массой до 3,5 тонн в первые 4 года после выпуска освобождены от ТО. Далее процедура обязательна при каждой смене собственника. Трасса 101. АвтоВАЗ намеревается в декабре выпустить опытную партию электрических «Лада Ларгус». Машина будет предлагаться в пассажирской и коммерческой версиях. Полноценное производство и «Ларгус» должно стартовать ближе к лету 2024 года. О стоимости автомобиля ничего не известно. По мнению некоторых экспертов, ценник уверенно преодолеет планку в 3 миллиона рублей. Как сообщалось ранее, зеленый «Ларгус» получит 150-сильный мотор. Максимальная скорость будет ограничена на уровне 145 километров в час. Запас хода порядка 400 километров. Трасса 101. За китайскими легковушками закрепилась дурная слава по части коррозии кузова. Однако в последние годы, уверяют эксперты, ситуация кардинально изменилась. Как информирует издание «Автомейл», в настоящее время самыми устойчивыми к ржавчине автомобилями из Поднебесной являются «Черри Тига 7», «Черри Тига 4», «Хавейл Джолион» и «Джили Атлас». Днище последнего, к примеру, на заводе тщательно обрабатывают антикоррозийным составом, а при производстве «Джолион» используют гальваническая циновка. Первые 10-13 лет у таких авто признаков ржавчины быть не должно. Трасса 101. До конца ноября в России стартуют продажи Jetta VA3. Это китайский аналог Skoda Rapid и Volkswagen Polo первого поколения. Модель выпускается на совместном предприятии FAW Volkswagen. Цены на автомобиль будут начинаться от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Комплектуется он 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 112 лошадиных сил. Трансмиссия – механика либо автомат. В стандартное оснащение входят две подушки безопасности – ABS, BAS, система помощи старта на подъеме, контроль давления в шинах и другие опции. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».